Млечный Путь, наша родная галактика, это бескрайний мир, кишащий небесными чудесами. Недавно появилась новая тайна, захватившая ученых по всему миру. Астрономы обнаружили своеобразную структуру вблизи центра Млечного Пути, гигантское кольцо радиоволн, известное как нечетный радиокруг или орке от Radio Circle. Это открытие бросает вызов нашему нынешнему пониманию этих загадочных объектов. Близость этого орке дает астрономам возможность взглянуть на него поближе, потенциально раскрыв некоторые из его секретов. Каждое новое открытие подчеркивает, как много нам еще предстоит узнать и сколько еще тайн ждет своего открытия. Нечетные радиокруги или орки являются недавним дополнением к лексикону астронома. Обнаруженные в 2020 году австралийским радиотелескопом ASCAP, Australian Square Kilometer Array Pathfinder, эти объекты выглядят как слабые кольцевые радиоизлучения. Их своеобразная морфология и слабость первоначально озадачили астрономов. На сегодняшний день идентифицировано лишь несколько таких небесных диковинок, и все они находятся далеко за пределами нашей галактики. Это говорит о том, что их создание связано с энергетическими и относительно редкими космическими событиями. Открытие ОРС открыло новое направление исследований, представив космическую головоломку, которую еще предстоит решить. Недавнее открытие нового ОРС, получившего обозначение JB-702-3353, добавило интриги к изучению этих объектов. Расположенный недалеко от центра нашего Млечного Пути, JB-702-3353 выделяется своей близостью к Земле. Эта близость дает астрономам беспрецедентную возможность детально изучить его структуру и свойства. В отличие от предыдущих ОРС, обнаруженных на высоких галактических широтах, JB-802-3353 находится близко к галактическому центру. Это необычное расположение позволяет предположить, что он мог образоваться в результате других механизмов. Экстремальная среда галактического центра может скрывать уникальные процессы, способные генерировать эти своеобразные радиокольца. Одно из возможных объяснений происхождения J8702-3353 фокусируется на мощном типе звезд, известном как звезды Вольфа-Райе. Эти звезды представляют собой заключительные эволюционные стадии некоторых из самых массивных звезд, характеризующихся интенсивной светимостью и мощными звездными ветрами. Эти ветры создают расширяющиеся оболочки звездного вещества, которые могут простираться на световые годы. Энергия, выделяемая звездами Вольфа-Райе, может создавать потрясающие туманности и влиять на динамику целых галактик. Их короткая продолжительность жизни гарантирует, что они окажут неизгладимое влияние на свои галактические окрестности. Возможность того, что звезда Вольфа-Райе является прародителем JB-802-3353, интригует. Эти звезды известны своими экстремальными свойствами и драматическими жизненными циклами, что делает их главными кандидатами на подобные явления. Интенсивное излучение и высокоскоростные звездные ветры, испускаемые этими звездами, могут создавать обширные, расширяющиеся оболочки газа и пыли. Эти ветры достаточно мощны, чтобы формировать окружающее пространство, вырезая замысловатые структуры в межзвездной среде. Эти оболочки могут взаимодействовать с окружающей межзвездной средой, генерируя ударные волны и турбулентность, которые производят радиоизлучение. Взаимодействие звездных ветров с межзвездной средой может привести к сложным и динамичным средам. Расположение JB-802-3353 вблизи центра галактики подтверждает эту гипотезу. Центр галактики — это шумный регион с высокой плотностью звезд,
и других небесных объектов, обеспечивающий плодородную почву для такого взаимодействия. Экстремальная среда галактического центра может ускорить эволюцию массивных звезд, что приведет к более высокой концентрации звезд Вольфа-Рая. Эти звезды с их коротким, но интенсивным сроком жизни могут быть более распространены в таком динамичном регионе. Для подтверждения или опровержения этой идеи необходимы дальнейшие наблюдения и детальное моделирование. Изучая данные, собранные космическими телескопами, и проводя моделирование, ученые надеются раскрыть тайны, окружающие JTRS-02-3353 и его потенциального прародителя, звезды Вольфа-Рая. Открытие JTRS-02-3353 вызвало шквал наблюдательных кампаний и теоретических усилий по моделированию. Этот загадочный объект привлек внимание астрономического сообщества, что привело к всплеску исследовательской активности. Исследователи стремятся определить природу этого загадочного объекта, вникая в его тайны с помощью комбинации данных наблюдений и теоретических моделей, и его связь со звездами Вольфа-Рая. Эти массивные звезды известны своими мощными звездными ветрами и уникальными спектральными характеристиками. Многоволновые наблюдения от радиоволн до рентгеновских лучей могут обеспечить всестороннее понимание его физических свойств. Изучая JTRS-02-3353 на разных длинах волн, ученые могут составить более полную картину его природы. Инфракрасные наблюдения могут выявить распределение пыли и молекул вблизи ОРСИ. Эта информация имеет решающее значение для понимания окружающей среды, окружающей JTRS-02-3353. Разрабатываются сложные компьютерные модели для моделирования эволюции звезд Вольфа-Рая и их сложного взаимодействия с межзвездной средой. Эти симуляции необходимы для прогнозирования поведения таких звезд и их влияния на окружающую среду. Эти симуляции могут помочь определить наблюдаемые свойства JTRS-02-3353, могут быть воспроизведены теоретическими моделями. Сравнивая данные наблюдений с результатами моделирования, исследователи могут уточнить свое понимание и разработать более точные модели этого увлекательного объекта. Астрономы тщательно ищут признаки, которые могли бы подтвердить или опровергнуть гипотезу о звезде Вольфа-Рая. Для исследования области внутри и вокруг JTRS-02-3353 используется изображение высокого разрешения и спектроскопия. Обнаружение характерных спектральных сигнатур звезд Вольфа-Рая связало бы их с образованием ОРСИ. Еще одним важным аспектом, находящимся в стадии изучения, является поляризация радиоволн, излучаемых JTRS-02-3353. Анализ поляризации может дать представление о магнитных полях внутри ОРСИ и окружающей его среде. Это может помочь ограничить потенциальные механизмы, ответственные за образование объекта. Открытие JTRS-02-3353 имеет большое значение для нашего понимания космоса. Если это связано со звездой Вольфа-Рая, это послужило бы доказательством того, что эти звезды могут формировать такие большие и загадочные структуры, как ОРСИ. Изучение взаимодействия JTRS-02-3353 с плотной межзвездной средой вблизи центра галактики может дать представление о звездообразовании и эволюции галактик. Галактический центр — это уникальная лаборатория для изучения астрофизики в экстремальных условиях. Уникальные характеристики JTRS-02-3353 бросают вызов нашему нынешнему пониманию ОРСИ. Для выяснения разнообразного происхождения ОРСИ необходимы дальнейшие наблюдения и теоретическое моделирование. Поиски понимания JTRS-02-3353 и более широкой популяции ОРСИ далеки от завершения.
Будущие наблюдения и теоретические достижения обещают раскрыть их секреты и значения. Радиотелескопы следующего поколения, такие как Square Kilometer Array, произведут революцию в нашей способности изучать ОРСИ. Космические телескопы, подобные космическому телескопу Джеймса Уэбба, предоставят дополнительные данные. Дальнейшая разработка сложных компьютерных моделей будет иметь решающее значение для моделирования эволюции звезд Вольфа-Рае и образования Орти. Эти симуляции могут помочь ограничить физические параметры и процессы, управляющие созданием Орти. Открытие JPC-802-333 служит убедительным напоминанием о необъятности и сложности космоса. Каждое новое открытие в астрономии подчеркивает, как много нам еще предстоит узнать о Вселенной. Изучение JPC-802-333 и других небесных загадок является свидетельством человеческого духа исследования. Каждое новое открытие приближает нас к разгадке тайн космоса. Необъятность Вселенной служит постоянным источником вдохновения и удивления. Стремление к знаниям движет нами вперед в нашем стремлении разгадать тайны космоса. По мере того, как мы все глубже погружаемся в тайны JPC-802-333-53, мы оказываемся на пороге новых открытий, которые бросают вызов нашему пониманию космоса. Нам напоминают о необъятности и чудесах Вселенной, царства настолько обширного, что оно постоянно удивляет нас своими секретами. Открытие Орки или нечетных радиокругов открыло новое направление исследований в астрономии, вызвав любопытство и споры среди ученых всего мира. Хотя гипотеза о звезде Вольфа-Рая убедительна, предполагая, что эти массивные звезды могут быть источником Орки, наше путешествие к открытиям далеко от завершения. Каждая миссия и наблюдение приближают нас к пониманию этих загадочных явлений. Для выяснения истинной природы этих объектов необходимы дальнейшие наблюдения и теоретические достижения. Данные, которые мы собираем сегодня, проложат путь к прорывам завтрашнего дня. Изучение JPC-802-333-53 может революционизировать наше понимание звездной эволюции и динамики галактического центра, предлагая представление о жизненных циклах звезд и силах, формирующих нашу галактику. Каждое новое открытие вдохновляет будущие поколения продолжать наши поиски знаний и исследований. Страсть к раскрытию тайн Вселенной передается из поколения в поколение, гарантируя, что дух исследования –